это все-таки прелесть, цирк. Нет ничего на свете лучше. Только в цирке, только в цирке мир наполнен чудесами. Только в цирке плачет клоун разноцветными слезами. Только в цирке под небесный синий ветер разрешается ходить на голове. Только в цирке с незапамятных времен я и пудель, я и клоун, я и слон. Слон! А Вадик почему-то любит оперу. Там поют и поют. А это я и сама умею. Только в цирке, только в цирке смех звучит неугомонно. И знакома всей галерке вся конюшня поименно. Только в цирке под небесный синий ветер разрешается ходить на голове. Только в цирке с незапамятных времен я и пудель, я и клоун, я и слон. А мама с папой обожают театр. Там же просто говорят и говорят. Нет, только в цирке. Только в цирке. Только в цирке. Мы и сами крутим сальто и хохочем и участвуем в программе. Только в цирке под небесный синий ветер разрешается ходить на голове. Только в цирке с незапамятных времен я и пудель, я и клоун, я и слон! Слон! Смотри, да? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки! Бабушки и дедушки, папы и мамы, прапрапрабабушки, прапрапрадедушки! Все за... Вера, нельзя же так. Ну почему? Это же ведь цирк, тут должно быть весело. Ах, как нам весело, когда вы так хорошо и радостно смеетесь. Нам очень приятно. И мне нравится, как смеется вот та вот маленькая девочка. Какая? А вон та вот с усами. Посмотри, дай мне, пожалуйста, цветочек. Я хочу ей подарить цветочек. Пожалуйста. Спасибо. Где цветочек? Что ты с ним сделал? Здравствуйте вам. Здравствуйте, мальчики и девочки, бабушки и дедушки, тетеньки и дяденьки, прабабушки и прадедушки. О-о-о! И этого человека я согласился взять с собой. Пассажиры, следующих рейсов номер 6644, Белочегорска просят пройти на посадку в Славе. Повторяю, пассажиры, следующих рейсов. Проходи, проходи, девочка, и задерживайся. Что там у тебя? Да нет, это не шоколадка. Пройди, пожалуйста, еще раз. Да что же у тебя там такое? Расстегни-ка плащ. Зачем же тебе столько, да? Это хобби.
Семен Тарасович, а далеко еще? От Лучегорска до поселка нашего Титровского всего 10 километров. А ты, Верочка, у нас учиться будешь? Нет. Осенью наши родители возвращаются из экспедиции, они геологи. И Веру отправим домой. Значит, на лето. Ага. Ну что ж, это неплохо. Только вот с купанием у нас не очень. Ни речки, ни озера. Сами видите. Вот это и есть наш дом культуры. Прошу. Спасибо. Проходи, Вера. Да-да-да, это и есть ваши, так сказать, апартаменты. Не пугайтесь, временные. Вот к сентябрю месяцу закончим дом специалистов, и вам, Вадим Анатольевич, нашему директору Дома культуры, жилье обеспечим в первую очередь. Это я вам как председатель поселкового совета обещаю. Отлично. А пока не обессудьте. Где тут жарить, парить? А зачем? У нас прекрасная столовая. Ну, если вы там хотите чайку вскипятить или еще чего-нибудь, то вот, пожалуйста. Это ваш предшественник соорудил. Ну, отдыхайте с дороги, а вам сейчас помогут убраться и все такое. И главное, не унывайте. Отлично. Здравствуйте, дяденьки. Здравствуйте, тетеньки. Вот я и приехала. Скучно ли тут? Участницам заплыва осталось пройти последние 50 метров. Впереди по-прежнему спортсменка, стартовавшая по пятой водной дорожке. Кто же? Кто? Но смотрите, какой спурт предприняла Локтева, плывущая по второй дорожке. Удастся ли удержать темп, который... Ну ладно тебе, Андрей, дай посмотреть. А ты что, без звука не видишь? Последние метры. Упорнейшая борьба. Несомненно, спортсменок будут разделять сотые доли секунды. Эх, крупный план давайте. Итак, финиш. Неожиданную победу одержала 13-летняя школьница Локтева. Сейчас мы увидим награждение победителя. Хорошенького понемножку. Локтева, ну как же я сразу-то не узнал? Thank you.
стынет. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе утро. Да появишься ты наконец, а? Иду. Сядь, сядь, а то подавишься. Некогда. Ну что вы за народ такой, я не пойму никак. И куда это вас все время несет нелегкое, а? Возраст у нас такой, трудный. Нам подход особый нужен. Слыхала? Подход. И чего только мы для вас не делаем. На клуб 700 тысяч угрохали, а он пустой стоит. Музыкальных инструментов накупили. Наконец, директора нашли с высшим образованием, специалиста. А для нас специалисты на вес золота. Хоть он и специалист, все равно он у нас не пройдет. Так, это что это за прогнозы такие, позвольте полюбопытствовать? Худой какой-то, невзрачный, не тот объект. Правда, Марин? А я его и вовсе не видела. Да сядешь ты, наконец! Да не сядет она. Почему? А вон почему. Привет. Ниночка, ты хоть бы раз платьице одела. Да что ты, мамочка. Если я не в брюках приду, меня ж никто и не узнает. Привет. Привет. А где все наши? Не только с Кузей на месте уже, просто остальные потом. Дай кнопочку. Держи. Ага, спасибо. Семен Тарасович. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день, Семен Тарасович. Уже действуете? Так, сколько понаписали. Да. Пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. Ну-ну. И что, все это будет? Фирма гарантирует. Ладно. Ну, а ты, Верочка, что сейчас делать собираешься? А против прогулки на моем газике не возражаешь? Ой, с удовольствием. Тогда поехали. Это фруктовый сад. Сегодня ребята субботник устроили. Здесь где-то дочка моя. Нина! Привет, ребята. Поди-ка сюда. Вот, принимай-ка в свою компанию нашу гостью, Верочку. Прошу, как говорится, любить и жаловать. А мне пора. Здравствуй. Ну, пошли. Поработаем, может быть. Пошли. Как-то перед праздником в городе одном с улицы на улицу переехал дом. Нету крыши с флюгером, взяли и уехали все три этажа. С креслами, диванами, чашками, стаканами, потолками и полами, с неотложными делами. С креслами, диванами, чашками, стаканами, потолками и полами, с неотложными делами. Даже с тараканами, тараканами
Ремонтники, кто ж так гвозди забивает? Щительнее, ребятки, щительнее. Трудитесь, трудитесь. Назначай свидание, я не подведу. Дом не потеряется, я тебя найду. Нету крыши с флюгером, нету гаража. Взяли и уехали все три этажа. С креслами, диванами, с чашками, стаканами, потолками и полами, с неотложными делами. С креслами, диванами, чашками, стаканами, потолками и полами, с неотложными делами. Даже с тараканами, тараканами, с тараканами, даже с тараканами, с тараканами. Ну кто же так яблоки собирает? Вы бы еще на подъемный кран забрались. Снизу, снизу собирать надо. Поживее, девчата, поживее. Пам-пам-пайра-пам. С диванами, с чашками, стаканами, с потолками и полами, с неотложными делами. С креслами, диванами, чашками, стаканами, с потолками и полами, с неотложными делами. Даже с тараканами, тараканами, с тараканами, даже с тараканами, тараканами. Ну что, нравится тебе наша песенка? Не, я тараканов терпеть не могу. Веселая компания. Удобно устроились. А малыши за них ящики таскают. А ну-ка, да давай, ничего, ну давай, сам. Давай. Самарин. Тимофей. Можно просто Тимка, я не возражаю. Локтева, Вера. Как? Локтева. Локтева? Как же я тебя сразу-то не узнал? Это знаете что? Что? Это спортсменам-разрядникам выдают по плаванию. Ну, я сам по телеку видел, как ее награждали. Ну, помнишь, она тогда еще всех на финише обошла? Ну, ты еще на гитаре играл, ну? Это он точно было. Ну вот, это же Локтева. А вот, сюда. А ну-ка, работнички, освободим места в амфитеатре. Интересно. Давай, 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 давай. Значит, ты и есть Локтева. Да. Плаваешь. Где? По морям, по волнам. На чем? Да ладно тебе. Слушай, ты что, не видишь, что ли? Это же значок пловца-разрядник. Ну я ж по телеку видел. У тебя какой разряд? У меня? Первый? Нет, второй. Где нам плавать-то научиться? Ни пруда, ни озера. Да, да я обещала. Лучше высыхать. Лучегорский бассейн открыли, но туда ведь не наездишься. Не принимают, Анисья. Во враге пруд соорудить хотели. А, подумали, решили, силенок не хватит. Плотину хотели построить. А это знаешь, сколько земли перекидать придется? Ну и что? Да, если хочешь, мы тебе покажем это, тавра. Ага. Вот ящик погрузим. А между прочим, автобус до Лучегорска через 20 минут отходит. Ну и что? Ничего. Просто, помнится, кто-то на футбол собирался. Не знаю, как вы, а я лично иду. Ой, верно, работу-то мы закончили. Айда на футбол!
Пусть, Виталь. Ну, так уж получилось. Виталь, ну... Извини. Китровский «Спартак» «Динамо» «Лучегорск». Матч века. Виталя, ну... Пошли. Мы же «Зверя в рак» хотели показать. Виталь, ну... Виталь, девочка... Угораздило же меня нацепить этот значок. Чемпионка. Здравствуйте. Пожалуйста, заходите. Вы на спевку? Нет, я спросил. Кино сегодня будет? Нет. Сегодня киносеанс не назначен. Этот овраг. Ага. А вон там вот ручей протекает. И если овраг плотиной перегородить, вот тут, вдоль этого куста, то тогда такой пруд получится не только долговязому Витальке Махначеву, но и твоему брату с головкой будет. Слушай, Тимка, ты в каком классе? В четвертый пойду. А как с оценками? Да, нормальные. Вот по математике только. Почему? Да учительница не та попалась. А знаешь, говорят, не в учителях дело. Как это так? Ну, вообще-то учимся-то мы сами. А учителя нам только помогают. Да, мало ли что говорят. Слушай, Тим, ну а цирк, например, ты любишь? Еще бы. Ну, вот представь себе, пришел человек в цирк, на арене клоуны. Спасибо. А у него на лице написано. Можно? Ну, попробуйте рассмешить меня. Клоуны. Как ты думаешь, рассмешат они такого? Такого никогда. Вот ты знаешь, по-моему, у вас тут нет пруда, потому что ваши ребята на того дядю похожи. Думаешь? Угу. Теперь будет. Только мы с тобой давай договоримся. О чем? Что ты нас всех научишь... А, слушай, слушай, Тима, на какое дело? Что? Ты сегодня причесывался? Ну, конечно. Куда же это он запропастился? Кто? А, значок. А, вот он. Нашла? Смотри, не потеряй. Thank you.
Кто тут? Извините, я услышала вашу игру, и так получилось, что я зашла. Не сердитесь, пожалуйста. Ой, да что вы, что вы. Только я вас не вижу. Вот, теперь вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. А я? А вы? Вы Вадим Анатольевич? Да. Мне про вас папа рассказывал, Семен Тарасович. Семен Тарасович? Ага. А, Семен Тарасович? Да. А, так вы его дочь? Да. Ну, вы меня извините, вы замечательно играете. А я могу и на аккордеоне. Здорово. Это такая песня. Я думаю, она вам понравится. Не знаю, где живет любовь, она нигде и повсеместна. А если знать все наперед, то станет жить неинтересно. И у любви нет адресов определенных, определенных, определенных. Ее хрустальные дворцы, сердца влюбленных, сердца влюбленных, сердца влюбленных. А хотите, я вам на гитаре сыграю? Ну, вы прям человек-оркестр. А, никому здесь не нужный. Это почему же? Да на этой сцене бы петь, играть, танцевать. И хоть бы одна душа. А я-то старался. Видели, сколько объявлений развесил? Нет. Наверное, здесь люди такие. Ну, может быть, не с этого нужно было начинать? Не с объявлений. А люди? Люди здесь, как и везде, разные. Группу давай. Странно. Такую погоду, похоже, не в первый раз. А во мне, вижу, и дождик не помеха. Какой же это дождик? Так себе. Дочку сплакнула какая-то, а мы ее развеселим. Ты посмотри, Андрей, что твой батя вытворяет. Ты лучше на свою тетку Дарью Ивановну полюбуйся. Что это так разбрало? Пойди пойми, мама с отцом тоже бывает, так зальются. Народ такой непонятный. Thank you.
Да. Но если они под дождем на танцплощадке веселятся, как ты рассказываешь. Ну да. Так почему же они не идут сюда? Построили это для них? Не знаю. Не привыкли, наверное. Надо что-то сделать, чтобы они в тебя поверили. Вот ты можешь что-нибудь придумать? Спроси что-нибудь полегче. Отчего? И для чего? И почему? И Парис, магнолии в Крыму, почему, а потому, потому, а точнее не ответить, а точнее не ответить никому. Почему у балалайки три струны? Почему бывают люди влюблены? Точнее не ответить никому, и никто еще покуда не дорос, чтобы ответить на любой на мой вопрос. Потому что и точнее не ответить, и точнее не ответить никому. Эй, Тимка, ты чё надрываешься-то? Да не надрываюсь я вовсе. А ты, гляжу, совсем подстал от жизни. А чё такое? Плотина здесь будет. Пруд сооружаем. Вера Локтева, спортсменка-разрядница по плаванию. Не слыхал, что ли? Это слыхал. Ну вот и соображай. Чего? Чего соображать-то? Она же нас всех плавать ведь научит. Было бы где. Ну вот я и решил. Первый кубометр земли сам выну. Слушай, Тим, а у тебя еще одной лопаты нету? А зачем? Тут я бы поработал бы. А ты умеешь? Попробовал бы. Ну, на. Только гляди, вдоль метки иди. Привет. Клад ищите? Хе-хе, подстали от жизни. Плотину мы здесь сооружаем. Пруд будет. Вера Локтева, спортсменка-разрядница. Нас плавать их научит. Не слыхали, что ли? Слушай, Саша, у тебя проблема. А зачем она? Жизни подстали, здесь плотина будет.
счастливое дело за тобой. На земле и то, и это делается нами, делается нами. И вращается планета нашими руками, нашими руками. На земле и то, и это делается нами. Сама Вера Локтева слово дала. У нее ведь второй разряд. Ну, раз сама Вера Локтева. Пошли покидаем, братва. А что? И это из-за меня такая каша заварилась. Вер, вот как ты думаешь? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Ну что? В легких чисто. Молодец. Ух ты, моя умничка. Да, так вы уж непременно приходите, тетя Клава. И дядю Игната с собой берите, ладно? Но мы ж ничего не умеем с ним. Значит, научитесь. Ну, ладно уж, коли так. Молодой, энергичный. Ну, может, что и получше. Марина-то зря говорить не станет, я ее хорошо знаю. Это что, Марина про нового директора, да? Да. Федор Иванович. А, это меня. Тихо-тихо, Петенька, скоро пойдем. Ну-ну-ну, не упирайся, пойдем. Вот, Мариночка, погляди. Должно быть, животом мается. Третий день ничего не ест. Ну, точка. Покажи. Ну-ка, покажи, покажи, покажи. Вот так. Эх ты, бедненька. Понятно. Мариночка, я еще чего хотел вас спросить. Скажите, а ваш этот, как его? Вадим Анатольевич. Да, Вадим Анатольевич, скажите, а он на трубе может? Он все может. Ну, если наш новый заведующий клубом такой, как вы говорите, тогда... А то ведь мы к чему привыкли. Кого не назначат, только и делают, кино крутят. И все. А сами? Да, Федор Иванович. Что? Вот эти порошки. Ага. Свои тучки. Корм будете посыпать. Ага. Вот. Ага, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Мариночка. А я в духовой оркестр с удовольствием. Помню, в армии я в музыкальном взводе. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Порядок в танковых войсках. Ну, до свидания. Пойдем, тучка. Пойдем, пойдем, пойдем. Давайте вашего Борьку, Дарья Ивановна. Пошли, пошли, пошли. Ну, как наши глазки? Совсем хорошо. На всякий случай еще раз закапаем. А вы насчет моего предложения подумайте.
У вас редкая контральта. Ну уж и редкая. Ребятки, а ты почему не с ними? Так это ж Локтевая затея. Да не важно чья, важно, что хорошая. Да им же не в жизнь не справиться. Такой овраг перегородить. Вот, несколько часов поработали, и поглядите на них. А мне вот на тебя глядеть неохота. А на них, вон, интересно и приятно даже. Хотя, конечно, долго они так не протянут. На сегодня киносеанс не назначен. Нет, я не про кино. Я спросить. У вас в хор записаться можно? Да, да. Пожалуйста, заходите, да? Давай, ребята. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте. Вот и хорошо. Поднимайтесь. Вот и спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста. А я сколько не предлагал. Здравствуйте. Не хочешь ты все? Ну что с тобой? Проходите, проходите. Садитесь. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Володя. Видишь? Да? Володя. Давайте знакомиться. Знакомимся. Определенных, ее хрустальные дворцы в сердца влюбленных.
Ты почему дома? Почему так сидишь? Заболела? Ты что? Ты что? Эх, Тима, Тимочка, что же ты? Нет, что же я наделала? Ты что? Ну ты что? Никакая я не чемпионка. Никакая я не разрядница. Значит, ты не Локтева? Да мало ли Локтевых на свете. Как же я сразу-то не догадался. И вообще, я плавать не умею, и воды боюсь. Вот. Ну, ладно тебе. Слышишь? Ну, вот девчонки. Ну, не реви ты, пожалуйста. Выкрутимся как-нибудь. Так ты говоришь, что тебе обязательно побыстрее надо? Да. Ну, и только по собачьей можно. А у нас по собачьей не учат. Мы настоящих пловцов готовим. А для этого прежде всего нужно время, упорные занятия в секции. Понимаете, мне второй разряд вот так нужен. А почему не первый? Так получилось. У меня все группы давно уже укомплектованы. Ну, примите, пожалуйста, а то я не знаю, что мне делать. Да что за срочность такая? Ну, как вам объяснить? Ну, вот вы были когда-нибудь чемпионом? К сожалению, не довелось. А теперь вот представьте себе, что вы сказали своей дочке, что вы чемпион. А, вон оно что. Представил. Ну, что ж. Я тебя беру. Но только насчет побыстрее забудь. Так, быстренько в круг. Внимание, приготовились. Начинаем с ходьбы. Направо. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Веселее, веселее, девочки. Плавание. Ну-ка. Там. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выше колени. Три, четыре. Упражнение первое. Мельница. Одну руку поднимите вверх, другую опустите вниз. Упражнение мельница. Правая рука вверх и круговое движение обеими руками. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Делаем вращательное движение. Раз, два. Три, четыре. Энергичнее, энергичнее. Все от того, что избаловались. Нажмут кнопку магнитофона, им Алла Пугачева какую хочешь песню споет. Включат телек, там для них Лещенко старается. Духовная лень, иждивенчество. А сами-то что они умеют? Сами? Вот, пожалуйста. Да-да. И, кстати, вот с этим пареньком советую познакомиться. Здрасте. Слушай, Вер, ты знаешь, что я хотел сказать? Здравствуйте, ребята. Это очень интересная новость. Сам научился? Не в консерватория. Молодец.
Ну, а если вот так? Так? Ничего. Да. Ну, тогда можно и вот так. А можно и так. И снова гитара поет вечерами, ни с чем не похоже звеня, и все же как будто своими словами она повторяет меня. Она повторяет меня. Повешу гитару, она замирает, и вдруг трепенется во сне, и без гитариста сама заиграет, чтобы вам рассказать обо мне, чтобы вам рассказать обо мне. Кажется, просто поди попробуй. Сами научились? Не в консерваториях. Приходи завтра в клуб, научу. Правда? Само собой. Договорились? Договорились. Меняются песни, меняются моды, торопится век скоростной, но снова гитара, как в давние годы, ведет разговоры со мной, ведет разговоры со мной. Ведет разговоры со мной. Я такую игру первый раз слышу. Потанцуем? Можно. Тебе наша компания по-прежнему не нравится? Ну нет, почему? Например, с тобой уже можно разговаривать. А это хорошо, что ты к нам приехал. Плавать нас научишь. И вообще. Ты лошадей любишь? Да, очень. А есть на них? Не знаю, не пробовала. Хочешь научу? Спасибо. Вот, мы завтра как раз с ребятами в ночной собираемся. Поехали, а?
чего молчишь? Сама же сказала, что со мной уже можно разговаривать. Но больше же ведь я тебе ничего не говорила. Значит, не поедешь. Завтра. Да. Завтра нет. Извини. Лицо свое теряешь. Из-за кого? Какая компания у нас была и на тебе. Да что, она одна на белом свете? А ты уверена, что это твое дело? Так. Понятно. Но учти, второй раз я с тобой об этом говорить не буду. Не надо было и в первый. Тим, сколько здесь? Сейчас. Тридцать. А в том конце? Сюда, ребята. Всего 20. Да. До осени, видать, не управимся. А в сентябре какое купание, плавание? Передышек надо поменьше устраивать. А ты, Локтева, чего стараешься? Не для себя же. Все равно ведь осенью уедешь. Все зависит от того, что ты называешь для себя. Эй, вы! Закопались, как кроты! А кто к Вадиму Анатольевичу обещал прийти? Ой, я и забыл. Витальку за мной. Все равно с этой плотиной ничего не получится. Андрей, Тимофей, обещаешь Вадиму Анатольевичу? Ребята, ну нельзя же так, и туда, и сюда. Нужно же ведь одно дело сделать. Срывать работу в такой момент? Ну это я не знаю, что это такое. И все из-за какой-то дурацкой самодеятельности. Дурацкой самодеятельности? Интересно. Очень интересно. А кто сюда работать приехал, ты или я? Ты посмотри. Посмотри, какие себе мозоли натерла. Ну, знаешь, царевна-лягушка. Рукой махнула, и сразу тебе озеро образовалось. Гуси-лебеди поплыли. В другой раз поосторожнее будешь со своими фантазиями. Хорошо. Пусть я виновата. Но когда у нас дело пошло на лад, ты нам палки в колеса! Да что же, по-твоему, клуб на замок? Спроси что-нибудь полегче! Ты, Вера, только не унывай. Мы им еще покажем. А плотина все-таки растет. Да, вырастет она тебе, если мы все на гитарках будем играть. Thank you.
Ребята! Умора! Наша Нинка за рулем! Как же это ты, Нинка? А что, я фужева? Я тоже время даром не теряла. Ура! Иван Михайлович, давай. У нас будет. Теперь это ясно. А почему мы до сих пор плавать не учимся? Да где же? Где? Ну, конечно, на суше. Плавать учатся не на воде. По-моему, Локтева пора уже начинать. Нет, 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 нет. Не пора, не пора. Вера сама знает, когда пора, а когда нет. Скажи, Вера. Нет, почему? Наверное, не на права. Я могу начать. Ты что? Так, встали все? Круг, круг. Пошире. И ты, Тимофей, тоже в строй. Начинаем с ходьбы. Направо, Тима. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Переходим на бег. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выше колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Группа, стой. Первое упражнение мельница. Правую руку вверх. Начинаем вращательные движения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну что ж, девочки, поздравляю вас с окончанием очередного этапа нашего обучения. Завтра плавание без подручных средств. Очередной этап обучения плаванию закончен. С чем вас и поздравляю. Завтра плавание без подручных средств. Ура! Вот это номер. Как же я поплыву, если я ни разу не пробовала? Нет, бежать. Только бежать. Ну все. Вселенной, шарик голубой, чтоб
Сегодня в поселке Титровской праздник. На берегу искусственного водоема, созданного руками школьников, собрались жители поселка и гости из района. Наступает торжественная минута. А кого, собственно, ждут? Главного виновника. Веру Локтеву. Да, я у тебя хотел спросить, почему ты никогда не говорила про это? А, это? Могла бы ребятам помочь. А зачем? Ведь главное, что они все делали сами. Наступила торжественная минута. Председатель поселкового совета Семен Тарасович Батов подходит к алой ленточке. Самое необходимое. И вот, наконец, у воды инициатор этого важного спортивного события, семиклассница Вера Локтева. Посмотрим, что ты скажешь в свой микрофон, когда я войду в воду. И вообще, что из всего этого получится? Была не была. Праздник в поселке Титровском закончился вечером большим концертом самодеятельности на берегу пруда. Thank you.
Объявляется посадка на самолет. Следующий рейс номер 6643, Лучегорск, Воронеж. Пассажиров просят пройти к раму самолета. Повторяю. Объявляется посадка на самолет. Следующий рейс номер 6643, Лучегорск, Воронеж. Пассажиров просят пройти к раму самолета. Можно задать тебе один вопрос? Нет. Почему? Я тебе сама когда-нибудь на него отвечу. Когда? Ты же уезжаешь. А вдруг я снова приеду? Вдруг? Вдруг.